Так, вот отель, в который мы заселились, гостиница, хостел. Находится вот он, Олимпийская деревня. Сверху вот зал единоборств. Отель Ривьера напротив. В общем, вот здесь хабаровчане, приморцы отдыхают. У них очень хорошая традиция. После первенства ДФО они все едут сюда. Здесь общаются, проводят вместе время, тренировки, семинары. Дантес будет проходить в этом зале. А чуть позже я вам покажу все убранство изнутри. Ос! Все, приехали, заселяюсь в заимке. Отель, 37 номер. Вот такой вот он. Так вот выглядит у меня. Вешалочка. Холодильник. Не знаю, здесь, наверное, будут кормить хорошо. Комната получается на 5 кроватей. Столик. Телевизор, не знаю, он зачем здесь. Я себе уже кроватку дальнюю забил. Кондиционер есть. Вот такой туалетик. Раковина. Зеркало. Душевая. Вот так вот. Будем здесь завтра. Интересно будет пообщаться с новыми людьми. Сниму влог. Всем привет. Это вот очередное левое крыло. В этой заимке в отеле. Отель гостиница. Здесь идет у нас так называемый ресепшн. Сейчас записываются приезжающие люди. Стена почета. Это тхэквондисты, хоккеисты, футболисты, каратисты. Здесь, я так понимаю, уже регулярно ездят каждый год. У них традиция у приморцев после каждого турнира ДФО. Едут все в заимку. Здесь у них доджи, природа. И летом они здесь занимаются. Это идут номера. Такой довольно-таки большой отель, большая гостиница. Везде уже практически заселились ребята, спортсмены, инструктора, тренера. Все еще подъезжают, в принципе. Вот я сейчас пройду прямо через столовую. Интересно, здесь проход в мой номер идет через столовую. Она довольно-таки большая. Довольно-таки большая столовая. Здесь вот тушка небольшая. Все очень красиво, хорошо. И здесь дальше идет очередное крыло. Здесь вот дополнительная лестница есть. Можно обойти, можно пройти через столовую. И мой номер вот 37, в котором мы с вами уже были. Это я на набережной. Здесь смотрите, какой интересный глобус сделан. По всей видимости, из мишуры. Да, так и есть. Из мишуры. Глобус нашего земного шарика. Хотя есть теория, что Земля все-таки плоская. Но мы спорить не будем. Гостиница. Это у нас заимочка. Здесь можно отдохнуть, погулять. Ох, красота какая. Обратите внимание, какая тут красотища. Вот это каток. Вот это я понимаю. Уже вечереет. Уже вечереет. А вот там, кстати, острова дальше идут, которые китайцам Путин подарил. Здесь, видать, какой-то типа речного порта. И обратите внимание, вот на заднем плане это у нас город Хабаровск. Дальше там пойдет... Ой, Уссурья, по-моему, это река, если не ошибаюсь. Вон там смотровая площадочка какая, смотрите, хорошая. А там уже втекает Амур. И вот Амур дальше. У нас еврейская. Вот такая здесь красота. Вот на улице где-то градусов, наверное, 25 минус. Но на градуснике. А по факту с ветром... С этим лютым. Такое ощущение, что все 35. В общем, о, спортивная площадочка. Летом так тут я вообще так думаю, просто шикарно можно тренироваться, не отходя от кассы.
Вот здесь вот приморские каратисты раскачиваются, становятся сильными и крутыми. Ну, вот сегодняшний уровень турнира, бойцов подготовки показал хорошую выносливость, хорошую физуху, технику. Конечно, в таких условиях тренироваться сам Бог велел. Вот такая вот у нас тут с вами красота. Это, наверное, наподобие какой-то смотровой площадки, часики. Сверху выседает двуглавый орел со скипетром и тремя коронами. Красота здесь, красота. О, смотрите, здесь можно еще и на лыжах покататься. Кто-то он на плюшках катается. А, и прям, смотрите, трасса уходит на лед. И смотрите, куда они... Вот это круто! Вот это, я понимаю, здесь можно оторваться после тренировок. Если завтра будет настроение, пожалуй, этим и займемся. Попробую заснять на скорости, как это выглядит. Тут же каток, причем даже крытый, под музыку. Люди ездят, отдыхают, катаются. Настроение хорошее, хоть на улице и холодно. Все бодрячком. На улице свежак. Вот они, эти горки. А здесь я не могу понять. Это, да, типа подъемника, да, какого-то. Небольшая трасса, видать, для покатушек. Вон там лыжники, видите, поднимаются. Кто-то вон с клюшкой, с мячиком гоняет. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, снега мало. Такое ощущение, что здесь привозной снег. Потому что, как вы видите, на том берегу снега нет. И здесь вообще все выдувает. Литовый городок. Здесь у нас с вами правила пользования. Тюбинговая трасса, в общем, это у нас. Правила пользования канатной дорогой. И вот она, трасса. Спустился, уходи в сторону. Представляете, вот отсюда на плюшке вниз, да на скорости, либо дальше можно на лыжах. Нельзя лежа, нельзя в паре и нельзя в связке. В общем, командного режима здесь нет. А вот отсюда мы с вами катимся вниз. Обалдеем. Ну, вообще, что сказать. Здесь все классно. Какой-то медведь, какой-то машет. У него пыли. Да, медведь. А обычный. Медведь. А может, необычный. Сафари гольф. Ну, это, скорее всего, летом. Сейчас там холодно. Спортбар, пожалуйста, можете зайти, сориентироваться. Расписание тут еще. Фильмы, да, какие-то, автокино. И вот здесь вот ледовый городок. Забирайтесь на лестницу. И поехали, поехали, поехали. По сути, вы должны приехать примерно сюда, к финишу. А, я в капюшоне. Дубак, ветер лютый. Руки уже давно отмерзли, но мы будем терпеть. Терпение — это ос. Так, вот у нас доджи, в котором будут проходить сборы. Здесь же будет проходить дан-тест. Зал объемный, хороший, большой. Можно здесь мини-футбол погонять. Я думаю, здесь будут обалденные сборы. Будет много знакомств, будет много побед. Будет классно. О, даже есть президент сюдошный. А сверху у нас
Ксения ходит. Наша теперь новая подписчица на нашем канале. Проходит заезд. Спортсмена, тренеров. Народу много, 2 автобуса подъехало. Дети еще идут. И спортсмены с кубками. Как говорится, с корабля на бал. Все это у нас спортсмены, спортсмены, спортсмены. Не протолкнуться. Роман, в курсе, что мы с вами проживаем? Или еще не в курсе? Так, в общем, меня переселили. Теперь я буду жить самым крутым рефери дальневосточного турнира федерального. Так, спать мы будем практически рядом, плечом к плечу. Есть кондиционер, телевизор. Кондиционер особенно сейчас. Да, он сейчас актуален, то есть мы будем закаляться. Мы же должны показать, что мы серьезные инструктора. О, не ту кнопку нажал. Опять не ту. Так, ну и у нас здесь попроще. У нас здесь трон, раковина. И зеркало. Ну и все. А, и окошечко маленькое есть, подглядывать. Хорошая вещь, что ли. Ну, да. Только не в мужском номере. Понятно, почему в туалетах делают постоянно. Зачем подглядывать? В общем, мы будем здесь обитать. Я, по крайней мере, до завтра точно. А потом, скорее всего, я всех покину. И с радостными мыслями о том, что я сюда вернусь. А я обязательно вернусь. Я постараюсь вернуться, только уже со своими ребятами, спортсменами. Будем перенимать опыт, вместе общаться, тренироваться. Ос! Вот так вот здесь у нас проходит прием пищи. Спортсмены все голодные. Кто-то приехал с Хабаровска, еще даже не ел. О, адекватный человек. Очень вкусно, о, вкусно? Не досталось. А, еще не накормили. Ну, у соседа есть. Ребятишки кушают. Голодные все. Фрукты, суп, салат. Макароны по-плоски. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Ты сейчас снимаешь. Ну, ролик будет шикарный, я тебе говорю. В следующем году здесь будет 2 раза больше народу. Желто-черный. Приятного аппетита. Такая вот столовая. Такие вот хорошие условия. Живем мы здесь, получается, хостел Заимка, где находится непосредственно тоже у нас Олимпийская деревня. Но пойду я сейчас в здание напротив, это уже серьезный отель Ривьера. Посмотрю, как там. О! Олег машет нам, привет передает. Гостиница Ривьера. 4-звездочный отель здесь на Заимке. Здесь также можно отдохнуть, заказать номера. Здесь есть бассейн. Как раз ребята заезжают, спортсмены. Конечно, здесь довольно-таки уже уровень хороший. Большой отель. Ходим, познакомимся. Так, ну здесь в 4-звездочном отеле есть тренажерный зал, бассейн. Красивые двери стеклянные, водно-оздоровительный комплекс. Да. Здесь у нас с вами спортивное питание, спортив, дети занимаются. И у нас сразу, если проходим прямо, это идет спортзал. Если мы смотрим левее, то это у нас с вами бассейн. По спортзалу, в принципе, оборудование все новое. Зал свежий довольно-таки. Занимаются проживающие гости, спортсмены. То есть можно прийти и довольно-таки неплохо прокачать свою мускулатуру, свое тело, беговые дорожки для кардио. Все современное.
сопровождение музыкальное, зеркала, как любят многие спортсмены. Спектр очень хороший. Ну, собственно говоря, зал небольшой, но для отдыхающих, я думаю, этого вполне достаточно. Больше смысла нет. Как видите, здесь бар, байцы отдельно ходят, дети. А вот массаж можно сходить также на массаж. Здесь вот идут раздевалки. Мужские, женские. Кулер с водой. Невероятно. Ну, а здесь у нас с вами уже бассейн. Бассейн. Плавать разрешено только в шапочках. То есть, кто хочет с собой, нужно принести тапочки, шапочки. Вода чистая, прозрачная. На свету играет. Вот люди отдыхают. Лесенка. И парилка. Ну, в парилку, конечно, я заходить не буду. Да, пожалуйста. Здесь улица свяжется холодной водичкой, принять душ. Уютный, аккуратный зал. Так что нужно приезжать. Для тех, кто у нас сегодня не сдает Q-тест, Дантест, проходят эстафеты. На улице свежо, морозно. Желающих, конечно, огонь. Как бы меня не сбили. Полетели, полетели. Кто вперед утащит. На плюхах. В дрифт. Практически в дрифт идут. Вот таких вот подобных конкурсов здесь полно. В конечном итоге разделились на две команды и выявляют сильнейших. До конца борются, до конца, до конца. Молодцы. Пойдем на следующий этап. Пошла жара. Следующие команды идут, идут, идут. В дрифте. Газу, 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 газу. Yeah! Вот такая красота здесь. А летом здесь вообще будет шикарно. Не будет количества такого льда, не будет этого ветра, не будет этого холода. Сейчас трассу доготавливают. Я попробую для вас скатиться на плюшки с этой горы. Гора приличная. И уехать прям туда. Ну не знаю. Холодно. Ну... Кёкушин все стерпит. Ос! Так, у нас сейчас следующая эстафета, это кёрлинг. Кёрлинг нужно максимально по центру закатить своего товарища и победить соперника. Хаджиме! Сильно! Мимо! Не зачет! Так, поехали, второй заход. Опять мы выехали. Ну и наша. Ну почти. Итак, у нас задание. Называется гольф, Кёкушин гольф. Задача. Задание, как можно быстрее мячик добить до лунки. Забиваем в лунку и возвращаемся сюда, передаем клюшку, следующий также бьет. Мячик, если выпадает за пределы корта, штраф. 1000 рублей. Ну, 5 секунд, да. И мячик возвращаем, добиваем, возвращаем. Все, готовы? Готовы. Оператор, отойдите, пожалуйста, вас. Иначе могут сейчас сбить. Все, давай, погнали. Белый-то вот он. Это его. Вот белый. Кто второй? Кто второй? Сразу готовьте. Сука. Есть. Смена. Следующий пошел. Погнали, погнали, погнали. Пошла жара. Ставим подножки, подсекаем. О, вместе закинули, хорошо. Так, самое интересное, как вы их тюбами называете, да? На тюбах езда. У нас они немного по-другому называются. Все, первый рискнувший полетел с горы.
набирает скорость. Настоящие каратисты отдыхают. Да, так, кто не сдает Q-тест, дан тест. Но так как я тоже настоящий каратист, поэтому мне придется так же рисковать сейчас и снимать. На что только не пойдешь ради контента. В общем, карате города Абакана, Хакасии сейчас готовится на взлет. Давай, Майя, в спину! Жестче! Бей сильнее! Вообще, я не знаю, видно, не видно на солнце. Аж до слез. Вот это круто. Рекомендую всем. Подписывайтесь на канал. Будет много классных видео. Всем пока-пока. В общем, скатился-то я круто. Аж до слез. О, следующий полетел. Но такой нюанс. Сейчас я поднимаюсь на горку. Как видите, по канату. То есть не надо пешочком шлепать. Но такой ветер, такой дубак. Аж слезы выбивает на скорости. Адреналин, огонь, вообще класс. Прям, ух.